Ребят, доброе утречко. Снимаю с такого ракурса, потому что солнце просто со всех углов светит и, блин, так ужасно освещает меня, поэтому с такого ракурса снимаю. Сегодня еду в Тель-Авив. У меня фотосессия, точнее, не у меня, а у нашей фирмы, а я как дизайнер буду присутствовать на этой фотосессии, так сказать, следить, чтобы все было нормально, все было хорошо, чтобы фотографировали так, как нужно. Не в плане там поз или света или еще чего-то, это вообще меня не касается, а в плане того, что вот одежда сидит как следует, что то, что фотографирует, оно действительно актуально, релевантно, или там были какие-то изменения, и то, что сейчас фотографируют, фотографировать не надо. Выезжаю я поздновато, приеду я, наверное, где-то к 9:30, в лучшем случае, потому что мне ехать далеко в Тель-Авив, в центр, в час пик, ну, то есть, сами понимаете, скорее всего, схвачу все возможные пробки, которые только есть. Вот, и выезжаю я без 28, ну, надеюсь, да, 9:30 хотя бы приеду. Ладно, поехали. Ребят, ну что, я доехала с горем пополам, естественно, позже, чем планировала, но, в принципе, этого следовало ожидать. Иду сейчас, шатаюсь по трущобам Тель-Авива, какая-то промышленная зона, не знаю. Но обычно именно в таких местах, в Тель-Авиве, находятся самые интересные места, самые творческие места, фотостудии всякие иногда. Всякие там галереи тоже можно здесь найти. Короче говоря, весело. Видите, в каком райончике я нахожусь. Да. Зацените райончик. Тут автосалоны какие-то находятся, гаражи. Какой-то клуб тут рядом находится, куда просто так не зайти. Вот фотостудия, куда я иду тоже. Но обычно в Тель-Авиве часто в таких местах злачненьких находится все самое интересное. Так, еще нужен мне дом. Блин, кофе бы попить. Тут так кофе пахнет. Надеюсь, сейчас вам что вижу. Хожу тут по странным подъездам. Так, нужен третий этаж. Лепота. Лепота. Ну что, я уже в студии, нашла их с горем пополам, работа тут ведется уже в самом разгаре, на самом деле тут все уже работают в 7 утра, а сейчас уже 10. На фотосессии всегда есть что поесть, на завтрак тоже вот тут принесли сэндвичи, какие-то печенюшки, конфетки, в холодильнике есть кола, водичка и так далее. У нас сегодня работают 3 модели. Мы сегодня фотографируем только женскую одежду. И очень много людей сейчас, конечно, в студии находятся. Стилисты, визажисты, те, кто следит за одеждой, те, кто записывает, что уже сфотографировано, что будет сфотографировано следующим. В общем, народу, конечно, очень много. Естественно, фотограф вот в полосатой футболочке. Это фотограф. Вот с этого ракурса видно, сколько людей находится в студии. И это далеко не все, кто сейчас в студии находится. На самом деле еще сзади меня куча людей. И у каждого есть свое дело, свои обязанности, зона ответственности, скажем так. У каждого своя работа. Фотосессия, интернет-магазин. Как вам туалетик? С окошком. Можно посмотреть, много чего интересного. Вон люди сидят за столом, кофе пьют, курят. Вон там какой-то клуб, куда, блин, не пускают людей, я смотрю, видите? Про него я говорила. Что-то там прям интересное происходит. Короче, место такое движуха-движуха, самое натуральное. Принесли обед. Я на самом деле не очень люблю такого формата еду, но да ладно. Взяла себе огромную котлету и салатик. И пью водичку. Приятного мне аппетита! Уже начинает темнеть.
что конца и края в нашей фотосессии еще не видно. Я, честно говоря, ужасно устала. Ребят, отстрелялась. Я на самом деле ушла еще до того, как все закончили. Самое основное уже сделали. То есть сфотографировали там пижамы. Осталась, блин, темнота такая, честно говоря, пованивает. Но не тем, чем вы думаете. А, знаете, такой старой советской столовкой почему-то, не знаю почему. В общем, остались только там носки и домашние тапочки фотографировать. Но это я уже могу, в принципе, не наблюдать, скажем так, потому что очень сложно сделать так, чтобы носки как-то неправильно сели или тапочки были неправильно надеты. В общем, да, вот такие здесь граффити. Кстати, прикольные. Вспомнить бы, где еще я припарковалась, было бы неплохо. Но вроде как я совсем недалеко припарковалась, так что я думаю, в любом случае, рано или поздно найду. Да. Вон машинка, нашла на самом деле вообще быстро. По факту я припарковалась в соседнем доме от фотостудии. То есть вот машина, а вон то здание, это фотостудия. Там, точнее, находится фотостудия. В общем, еду домой. Блин, я так хотела кофе где-то попить. Сейчас пошлась немного по райончику в надежде на то, что, может быть, где-то кофе я смогу найти попить. Но нифига, что-то нету. Наверняка где-то есть, я просто не знаю этого района, поэтому уже не стала гулять сильно долго искать. Если будет где-то возможность притормозить в какой-нибудь кафешке, то возьму себе кофе на дорогу. Если нет, то на нет, как говорится, и суда нет. Вейс говорит, что мне ехать домой 1.5 часа. Ну, он мне и утром также говорил, но в конечном итоге ехал 2 часа. Поэтому, ну, беру в расчет то, что, скорее всего, домой буду ехать 2 часа. Я устал, поэтому у меня язык заплетается. Вот. Так, ну что, ребят, я дома. Виски что-то чешется. Ему, наверное, надо от блок закапать капельки. На холку мы ему капаем. Жидкость специальную. Да, надо тебя покупать и закапать капли. Вон, рыжий. Как дела? В общем, как вы можете заметить, я уже дома. Уставшая, наверное, сейчас спать пойду. У нас хорошие новости. Мы наконец-то получаем постоянную машину. Сейчас у нас арендованная машина, которую Андрей получил от работы. И с того момента, как Андрей начал работать в этой фирме, он там работает, ну, если не соврать, наверное, 1.5 года, ему все обещают дать уже постоянную машину в лизинг, а не арендованную. И мы все это время ждали эту машину. Вот, наконец-то дождались. Должны ее получить то ли в конце этой недели, то ли в начале следующей недели. Так что буду я ездить на новой-новой машинке. Как бы это тоже машина совсем не старая. Suzuki Swift. Она не новая. Когда мы ее получили, она не была новой. То есть на ней точно уже кто-то ездил. Но она и не старая. Как бы, ну, может, и 2 года, наверное, я не знаю. В общем, а сейчас должны получить новую прям машину в лизинг, Suzuki Vitara, что буду ездить на джипе. Мне кажется, нет, я водила все-таки джип в своей жизни один раз, точнее не один раз, я училась на джипе водить машину. Но с тех пор я больше за руль джипа не садилась. Точнее, это не джип, это, насколько я знаю, кроссовер. Джип, кроссовер. В общем, я в них не особо разбираюсь. Поправьте меня в комментариях. Что это за машина? Ну, явно она будет побольше, чем те машины, на которых я привыкла ездить. Знаете, что мне нравилось в Адаме? В Сузуке мне это поменьше нравилось, но мне в Адаме нравилось то, что это очень маленькая машина, и я в ней залазила на парковку прям на любую. То есть она у меня влазила везде, куда другие машины влезть не могли. В Сузуке она побольше, с ней уже больше было проблем. Но вот с Витарой, наверное, будет еще больше проблем, потому что это уже машина других габаритов, насколько я помню. Вот. У моей мамы, кстати, тоже Suzuki Vitara. В общем, такие дела, ребят. Ладно, на этом буду с вами прощаться на сегодня. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!